Може бути, здесь молодежь в основному не знает, хто такой Буковський. Що вони не лише скажуть, а вони зроблять. Это не только день траура, но в самом деле традиционно мы 18 мая поминаем тех, кто был убит советским режимом. Но в то же время это день национальной борьбы. Мы как бы проводим смотр своим, так сказать, своего состояния, день единения народа. Мы в этот день говорим о том, что сделано и что нам предстоит сделать для преодоления последствий этой депортации. Ну, в этом году, видите, нам это запретили. Хотя, я думаю, что завтра все равно, несмотря на танки, бронетранспортеры, люди все равно будут выходить. Другое дело, что им просто не дадут там организованно провести митинг. Но это еще больше консолидирует людей. Дорогие друзья, кто не зажигает свечи, я попрошу вас... Мы относимся очень тяжело, с опасением. Мы все как бы надеялись, что мы вернемся в Крым, будем жить в Крыму. То есть мы тут все временно. Вот сейчас опасения нам сегодня, наверное, вдвойне, втройне тяжелее в этот день. Почему? Потому что по Крыму запрещены все акции к 18 мая. Нам очень больно.